Для Стивена Кинга сияние не было банальным вымыслом. Как это нередко бывает, когда автора делают главным героем книги писателя, Кинг подарил Джеку Торренсу собственные страхи и переживания, а именно страх перед потерей вдохновения, пристрастие к алкоголю и желание приструнить непослушных детей. Кинг очень боялся, что однажды сорвется на отпрысках и совершит непоправимое. Поэтому он попытался изгнать своих демонов, отдав свои черные мысли герою книги, который сходит с ума под влиянием спиртного и призраков, а затем пытается прикончить жену и сына. Дэнни! История создания романа хорошо известна. После успеха «Кэрри и жребия» Кинг понял, что нуждается в приливе сил и новых источниках вдохновения. Поэтому в 1974 году автор с семьей отправляется отдохнуть в горный отель Стэнли в Колорадо. Так как гостиница работала только в сезон и закрывалась на зиму в начале ноября, приехавшие 30 октября Кинги были единственными посетителями роскошного отеля. Всего через несколько часов блуждания по пустующему зданию, где, как говорили местные, водились призраки, Стивен Кинг придумал историю о писателе, который устраивается зимним сторожем горного отеля и сходит с ума под влиянием злобных привидений. Название своего произведения король взял с текста песни Джона Леннона «Instant Karma». Там была строчка «We all shine on». «Сияние» появилось на прилавках в 1977 году. Это третий опубликованный роман Кинга после «Кэрри и Салимова удела», быстро стал бестселлером и подтвердил статус писателя как мастера хоррора. Так как «Кэрри» к тому времени уже была успешно экранизирована, студия Warner приобрела права на новое творение Кинга и начала искать постановщика. В 1977 году Стэнли Кубрик обратил внимание на новый роман Стивена Кинга «Сияние», сигнальный экземпляр которого ему прислал сценарист Джон Колли. Кубрик согласился сделать «Сияние» для компании Warner Bros. В контракте Кинга с компанией было особенно оговорено, что он пишет первый черновой сценарий, но трудно было надеяться, что они с Кубриком сойдутся в трактовке романа. He said, "Stephen, Stanley Kubrick here. Don't you agree that all stories of ghosts are fundamentally optimistic?" I said, "What do you mean?" And he said, "Well, if there are ghosts, it means we survive death, and that's fundamentally an optimistic view, isn't it?" And I said, "Well, Mr. Kubrick, what about hell?" And there was a long pause on the telephone line, and then he said in a very stiff and very different voice, "I don't believe in hell." По Кингу гостиница просто населена призраками, и пафос книги в спасении невинных героев от нечисти. В сценарии, первом написанном Кинга, подчеркивалась порядочность Торренса, а вина за его действия возлагался на сам отель и стриженные под зверей кусты. Как и в книге, главным героем был выведен 6-летний Дэнни. Кубрик прочел книгу совершенно иначе. Для него это была история Джека Торренса, а все остальное, в частности сверхъестественные явления, оказались второстепенным. Он называл «Сияние» историей семьи, где все потихоньку сходят с ума. Режиссер с самого начала считал, что напряженные отношения Джека и Дэнни должны стать самым сильным элементом фильма, и что тревоги Джека вызваны разочарованием в семейной жизни, беспомощная жена и сын-телепат. Первой снималась сцена, в которой Венди объясняет сложные отношения в семье детскому врачу Энн Джексон. За несколько месяцев до поездки в Оверлук, Джек, вернувшись домой пьяным, набросился на Дэнни и вывихнул ему плечо, случайно, по утверждению Венди. Он вывихнул плечо. Как это случилось? Такое бывает. Случайно. Она считает, что этот инцидент заставил Дэнни уходить в мир фантазий, где у него есть воображаемый приятель Тони, который живет у него во рту и говорит через указательный палец правой руки. Первоначально на роль Джека Торренса режиссер рассматривал популярных американских актеров Роберта Де Ниро и Робина Уильямса, но затем остановил свой выбор на Джеке Николсоне. Стивен Кинг же был настроен против Николсона, посчитав его слишком сумасшедшим для главного героя «Сияния». Не думаю, что это правда. Он видел в роли Джека актера с обычной внешностью, а в роли Венди привлекательную блондинку. Актриса Шелли Дювальд также не понравилось писателю. Он придерживался точки зрения, что Шелли совершенно не вписывается в образ Венди Торренс. Кубрик остался непреклонен в своем выборе. На съемках Стэнли Кубрик держал Шелли в постоянном стрессовом состоянии. Чтобы добиться от нее нужного результата, Стэнли перед началом съемок потребовал отсеять съемочной группы, чтобы никто на съемках не симпатизировал, не поддерживал или говорил ей комплименты.
Сам же Кубрик докапывался до любых мелочей в ее актерской игре, постоянно поддерживал ее во взвинченном состоянии. Доходило даже до того, что режиссер в присутствии всей съемочной группы орал на Шелли, что она впустую тратит его время и время съемочной группы. Позднее Дюваль согласилась, что Кубрик сделал все возможное, чтобы добиться от нее максимально правдоподобной актерской игры, и она нисколько не винит его за использованные методы. Для погружения в нужное состояние Кубрик показывал съемочной группе фильм «Голова ластик» не менее эпатажного и загадочного американского режиссера Дэвида Линча. На роль маленького Дэнни пробовалось почти 5000 претендентов, но в итоге выбор пал на Дэнни Ллойда. Режиссер скрывал от мальчика, что он снимается в фильме ужасов, и уверял, что это психологическая драма. Актер узнал правду лишь в 10 лет, когда впервые посмотрел отредактированную версию картины. Кстати говоря, работа с Кубриком отбила у него желание продолжать актерскую игру, и в кино он больше не снимался. Когда Ллойд вырос, он стал учителем естествознания. Что Дэнни могло не понравиться на съемках? Очевидно, зашкаливающий перфекционизм Кубрика. Чтобы режиссер мог ему предаться без посторонних помех, студия оплатила сооружение гигантских декораций в павильонах британской студии Elstree Film Studios, вместо того, чтобы, например, арендовать на несколько месяцев реальную гостиницу. В то время декорации «Сияния» были одним из крупнейших в истории западного кино. Декораторы ленты объехали всю страну, фотографируя всевозможные отели. Однако Кубрик утверждал каждый дизайн, чтобы все в фильме соответствовало его замыслу. Чтобы в дневных сценах гостиница казалась залитой солнцем, за окнами декораций были установлены мощнейшие прожекторы, которые превратили в павильон настоящее пекло. Когда строительство было закончено, начались пытки актеров, иначе происходившее на площадке назвать трудно. Почти каждая сцена снималась в несколько десятков дублей. Должно быть, я схожу с ума. Рекорд фильма и мировой рекорд – 148 дублей. Некоторые из них были просто репетициями перед камерой. Кубрик не считался с расходом пленки, однако большинство дублей были самыми настоящими. Режиссер раз за разом требовал от актеров повторять сцены, зачастую для того, чтобы вывести их из себя и довести до истерики. Кубрик хотел, чтобы от актеров веяло отчаянием и безумием, даже во фрагментах, где они ведут себя здраво и без суеты. Также он требовал идеальности каждого кадра, при этом он позволял импровизации и принимал предложения актеров. Он допускал, что может быть не всегда и не во всем прав. На съемках движения Кубрик привлек оператора и изобретателя ручной камеры Steadicam. Лабиринт декораций стал серьезным испытанием для нее, с которой почти всегда работал сам Браун. Стэнли Кубрик привык сам орудовать камерой, поэтому, работая с Брауном, то и дело хватался за аппарат и пытался его повернуть. В этих случаях система теряла настройку, кадр оказывался загубленным. Браун говорил об этом Кубрику, но тот пропускал его слова мимо ушей. Тогда, по совету Дуга Милсона, знакомого со спецификой поведения в команде Кубрика, Браун и Милсон разыграли целую сцену, причем так, чтобы их разговор слышала Вивиан, дочь режиссера, которая наверняка должна была, как и другие члены ее семьи на ее месте, пересказать его Кубрику. «Слушай, Гар, а правда, что ты свалил с ног Сильвестра Сталлоне?» – с невинным видом спросил Милсон у Брауна, убедившись, что Вивиан может их слышать. «Знаешь, было дело», – ответил мускулистый высоченный Браун. «У него была манера хвататься за штангу стедикама и поворачивать меня и так и эдак. Я как-то сказал ему: «Слышь, Слай, если ты еще раз схватишься, я тебе врежу». На следующий день он опять ухватился, я его стукнул, он упал». На завтра Браун с Милсоном с любопытством наблюдали, как рука Кубрика потянулась к аппарату и отдернулась. «Послушай, ты бы не мог взять чуть левее?» – неуверенно попросил режиссер. Перфекционизм Кубрика был столь запредельным, что он уделял невероятно много внимания незначительным деталям. Например, рукопись Джека была не стопкой чистых листов, как это обычно бывает в кино, а связкой из 500 страниц, покрытых безумным текстом. Кубрик специально нанял машинистку, которая несколько месяцев строчила слова «All work and play makes Jack a dull boy» – «Сплошная работа и никакой игры сделают Джека занудой» – со всеми возможными ошибками, опечатками и сбоями пишущей машинки. При этом для иностранных киноверсий были подготовлены машинописные рукописи с другими фразами. Немецкая гласила: «Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня», а французская: «Лучшая птица в руке, чем две в кустах». Кубрик лично подбирал иностранные поговорки.
conversations, everybody. Just mouth them. Don't speak. And don't... Joe, church hotel, please. Don't nod your heads when you're talking. Just talk naturally to each other. Изначально предполагалось, что съемки «Сияния» займут 17 недель, однако из-за гигантского числа дублей, например, таких как брошенный Джеком в стену мячик, должен был отскочить от нее и попасть в линзу кинокамеры. Чтобы добиться нужного результата, потребовалось несколько дней. Почти вся съемочная группа поучаствовала в бросании мячика. При этом камера продолжала снимать абсолютно все попытки, чтобы не пропустить самую удачную. Работа на студии затянулась почти на год. Бюджет картины от этого не сильно пострадал, так как Кубрик работал с очень маленькой съемочной группой. Зато постановщик подкинул проблем своим коллегам, Стивену Спилбергу и Уоррену Битти, которым пришлось отложить съемки первой серии «Индиана Джонса» и байопика «Красные», назначенные в занятых Кубриков павильонах. Другому режиссеру такое вряд ли бы простили, но постановщику «Спартака» все сошло с рук. Необычный по меркам других режиссеров финт Кубрик выкинул и во время работы над музыкой ленты. Женщины-композитор Венди Карлос и Рэйчел Элкинд, ранее работавшие над «Заводным апельсином», сочинили полноценный электронный саундтрек, но Кубрик почти не использовал их творения. Вместо этого он выстроил звуковую дорожку из сочинений композиторов-модернистов. При этом из-за юридических проволочек Карлос смогла издать написанную для «Сияния» музыку на CD лишь в 2005 году. За две недели до премьеры «Сияния», которая должна была состояться в Штатах 23 мая 1980 года, Кубрик все еще вносил в фильм изменения. На Warner Brothers не видели фильм до 16 мая. До 20 мая не был получен сертификат американской цензуры. В виде исключения Американская ассоциация кино присвоила картине категорию R, что означало «доступ ограничен», хотя их коллегия видела только незаконченный вариант. Кубрик продолжал править «Сияние» до последнего дня. Он отказывался на первых 6 копиях от Sound Mix впредь до переделки, изменил цвет вступительных титров с темно-синего на белый. «Сияние» было завершено и выпущено в прокат в 1980 году. Поклонники Кинга и сам писатель встретили фильм с негодованием, а критики со скепсисом. Кубрик saw the haunting is coming from Jack Torrance, from the Jack Nicholson character, whereas I always saw it from outside. So we had a fundamental. В отличие от почти всех лент Кубрика, картина не была номинирована на Оскар или Золотые глобусы. Вместо этого она претендовала на две золотые малины. Казалось, что фильм провалился, однако он окупился в 20-миллионный бюджет и со временем обзавелся армией поклонников, в том числе среди фанатов Кинга, которые осознали, что многочисленные отступления от текста не помешали Кубрику снять полноценный и пугающий ужастик, который в художественном отношении на голову выше большинства конкурентов. В наши дни «Сияние» считается классикой, и о нем до сих пор пишут киноведческие диссертации. «Сияние» стало самой прибыльной экранизацией книг Кинга. При бюджете в 19 миллионов долларов картина собрала почти 45 миллионов в мировом прокате.